место оставили. Марк! Марк! Он работает. Что? Он работает. Да, ну? Да. А теперь можешь отвлечься? Вызови охрану. Ты выпустил 24 миллиона новых акций. Но тебе же сказали, у нас новый инвестор. И насколько размыта твоя доля, а его доля? Доля мистера Цукерберга была хоть немного размыта? Не была. Насколько была размыта доля мистера Московица? Вообще не была. Насколько была размыта доля Шона Паркера? Вообще не была. Была ли размыта доля Питера Тиля? Не была. И насколько была размыта ваша собственная доля? Она была размыта до 0,03%. Ты подписал бумаги. Ты меня подставил! Ты обвиняешь меня в том, что финансовый директор компании совершил неудачную сделку со своей собственной компанией. Как будто я не имею отношения к Фейсбуку! Ты действительно не имеешь отношения к Фейсбуку. Мое имя в списке создателей! Советую перепроверить. Потому что я заморозил счет! А ты думал, мы позволим тебе расхаживать в дурацких костюмах и руководить компанией? Ну извини, тряпки от Прада в химчистке! Вместе с толстовкой и гребаными шлепками! Задрот хренов! Охрана выведет тебя отсюда. Я не стану это подписывать! Мы получим твою подпись. Это все потому, что меня взяли в Феникс! Ты! Это все ты, я так и знал! Ты раскрутил историю про курицу! Нет, ничего я не раскручу. Что он имеет обвинил в виду? Меня в жестоком обращении! Нет, серьезно, что за фигня с цыпленком? И наверняка тебя просто бесило, что меня тоже считают основателем Фейсбука! А ведь это так! Готовь адвокатов, сволочь! Потому что я заберу не 30%, я заберу у тебя всю компанию! Проводите его. Я сам уйду. Погоди. Чуть не забрал. Твои 19 тысяч долларов, я не смог их обналичить. Они на том замороженном счету. Когда я с тобой рядом, Шон, я таким крутым выгляжу. А? Ну все, шоу на сегодня закончилось, Нарко. Лучше все готовьтесь к сегодняшней вечеринке. Мы будем праздновать круче, чем в День Благодарения. Мэйки, выводи все на большой экран. Момент приближается. Ты в норме? Да. Жестко ты с ним. Выживает сильнейший. Не надо было с ним так жестко разговаривать. Слушай, насчет вечеринки... Шон! Ты не должен был с ним так жестко разговаривать. Он чуть не уничтожился. Я пошлю ему цветы. Кстати, о цветочках. После нашей вечеринки будет еще одна. В Капа это Сигма. Эшли там тусуется. Эшли? Наша сотрудница. Да. Я знаю, кто она. А вы с ней... Эшли и я? Нет. Ну так, немного. А что? Извините, нет, ничего. Марк. Я только... Мы как раз о тебе говорили. О том, что ты отлично работаешь. Спасибо. Мне очень приятно. Это пришло тебе. Ясно. Положи на стол. Хорошо. Что это? Ничего. Мэйки. Да, сэр. Обнови. Ты не любишь обниматься. Я знаю. А у кого шампанское?